саженцы розышни и вальцер относятся к морозоустойчивым сортам. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от ветров. Почву дренируют. Время посадки саженцев розышни и вальцер – начало мая или середина осени. Высота кустарника варьируется от 250 до 350 см, а ширина – до 200 см. Крупномеры розышни и вальцер очень обильно цветут. Цветочки в диаметре до 14 см, имеют махровую структуру. Лепестки белоснежные, аромат легкий и ненавязчивый. Используют сорт для создания цветников, живых изгородей и вертикального озеленения участка и на срезку. Роза плетистая шнейштурм – это кустарники высотой от 250 до 350 см с типом роста, высокорослый, диаметром 200 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов слабый, окраска цветка белый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 14 до 16 см. Летом листва темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу плетистую шнейштурм создал Танта. Годом создания растения считается 1987.